Приморье было проведено мероприятие по профилактике детского травматизма на железной дороге. В нем приняла участие министр образования Приморского края Эльвира Шамонова. Сегодня состоялась рабочая поездка именно о том, посмотреть, как сегодня обустроены пункты перехода между по железнодорожным путям, чтобы сегодня убедиться на самом деле, что российские железные дороги, они создают все условия. А теперь задача нас, взрослых, рассказать это детям, что сегодня представляет из себя транспорт, как нужно переходить, что нельзя вообще даже близко подходить к контактам, которые у нас сегодня имеют 27 тысяч вольт, у нас есть контактный провод. Накануне летних каникул необходимо уделить особое внимание поведению детей на территории железной дороги, которая во Владивостоке проходит вдоль города и является зоной повышенной опасности. Именно невнимательность на подобных объектах и есть одна из главных причин травмирования детей. Есть места, предусмотренные для нахождения граждан, есть места не предусмотренные. Вот наша задача максимально исключить нахождение граждан и детей, в частности, значит, в местах, недопустимых для нахождения. Ну и уж если, значит, каким-то образом он все-таки оказался в зоне повышенной опасности, по крайней мере, он должен понимать, как действовать и как уберечь себя от травмирования. Отметим, что во все школы края, рядом с которыми проходит железнодорожный транспорт, будут поставлены методические рекомендации, а также проведены классные часы на тему правил безопасности. Яна Коган, новости на Восьмом.